Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада представить вам очередной крем от компании Сритана. Это крем для век, крем-гель для век с секретом улитки. И то, что можно сказать о нем. Это великолепный омолаживающий гель для век, изготовлен на основе натуральных природных компонентов. Содержит в своем составе фильтрат улитки, который способствует быстрому и глубокому проникновению полезных веществ геля в клетки кожи. Гель насыщает кожу всеми необходимыми полезными микроэлементами, питает и увлажняет клетки. Ускоряет процесс обновления клеток, обладает прекрасным омолаживающим эффектом, подтягивает и укрепляет кожу, способствует сокращению морщинок и предотвращает их появление. Устраняет отеки и темные круги под глазами и вокруг глаз. Подходит для всех типов кожи. Применяется он 2 раза в день, утром и вечером. Для этого наносится небольшое количество геля в область вокруг глаз. Нежно массируется кончиками пальцев до полного впитывания. Все это происходит очень и очень быстро. Подобного рода кремом только от Natural Republic я пользовалась. Этот нисколько не хуже. Здесь есть аннотация, в том числе и на русском языке. Кроме экстракта улитки есть еще здесь коллаген и эластин. Ну и я могу прочитать то, что написано, собственно, на баночке с кремом. Крем на основе слизи улитки является необыкновенным открытием органической косметики, обладающей регенеративными свойствами для кожи. Средство подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, так как содержит этанол, минеральные масла, ГМО, гормоны, пигменты и ароматизаторы. Ого, это я прочитала то, чего не содержит. В состав секрета улиток входит коллаген, витамины А, С, Е, В6 и В12. Так, как-то не видно, как мне направить-то, чтобы это для камеры было видно. Так, ладно, потом лучше покажу, пока уберу. Так, Так, то, что содержит, значит, коллаген, витамины А, С, Е, В6, В12, аллантоин, эластин, хитозан, фермент протеаза и гликолиевая кислота, увлажняющий, регенерирующий крем для глаз, питает, сохраняет влагу в коже, борется с процессом старения, интенсивное обновление и восстановление при следующих проблемах, морщины, снижение тургора и эластичности кожи, великолепно дополняет улиточную сыворотку. Применение. Можно использовать самостоятельно, можно после сыворотки. Используется 2 раза в день, утром и вечером. Небольшое количество крема наносится на чистую кожу вокруг глаз. Так что вот такой крем-гель с вот такой инструкцией, описанием. Если кому-то надо прочитать более детально, можете это сделать, остановив кадр. Ну, в общем-то, и все. Желаю тем, кому он необходим, познакомиться с ним, получить удовольствие и пользу. Спасибо за внимание. Всего доброго.